Приветствую вас и помочь, конечно, можно. На самом деле, советы давать вам было бы непрофессионально. Ну, то есть, именно за ними, за советами, вам лучше обращаться не к психологам. Вам лучше обращаться к своим друзьям, знакомым. А специалисты, они не дают советов. Вообще-то говоря, психологи, они помогают человеку лучше понять себя и раскрывают ситуацию, в которой человек оказался, более полной, потому что субъект обстоятельств не может объективно воспринимать свою картину мира в силу того, что он заинтересован в ней и вовлечен эмоционально. И вот помочь личности увидеть свою проблему правильно, под правильным углом и выявить реальные, приемлемые для нее, для личности, пути решения и является целью и задачей, собственно говоря, психологов. И поэтому думаю, что если раньше вы получали советы от специалистов, то это было, ну, может быть, люди неправильно понимали ваш вопрос, может быть, что-то еще. Но, тем не менее, вы обратились по адресу, вы обратились правильно, вам нужно теперь только выбрать эксперта и проработать с ним вашу проблему, то, что вам мешает жить. Что касается депрессии, то здесь нужно сказать, что депрессия – это заболевание. Заболевание это психическое, оно диагностируется врачом-психиатром на очной консультации, после чего назначается соответствующее лечение, в том числе и медикаментозное. Если депрессия у вас диагностирована не было, то тогда нужно и можно работать с вами даже в дистанционном режиме, на то, чтобы выявить негативные установки, которые не дают вам позитивно смотреть на свою жизнь и на будущее. Вот примерно так обстоят дела. Что касается выхода из ситуации, то он, безусловно, есть. Просто решение вам, может быть, не нравится. И это все можно обсуждать, все это можно обрабатывать, анализировать. И думаю, что в результате у вас все получится. Главное, чтобы вы сами выбрали эксперта и начали с ним работу приватно. Того эксперта, которому бы вы доверились. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.